А у нас на Мартинике тоже масленица и сезон арбузов. Поздравляю вас с масленицей. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комменты. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, в Фейсбуке. Поздравляю вас. На Мартинике ввели новое правило для всех, у кого есть деньги. Все обязаны подписать свои лодочки именем, естественно, своей яхты, к чему они привязаны. Мы тоже немножко модернизировали свой и чехол, и деньги. Об этом чуть позже. А сейчас поделюсь с вами новой информацией, которая появилась у нас на сайте после нашего последнего стрима. Вы нам подсказали кое-что, и мы решили использовать новую функцию, которая у нас есть. И мы будем делать видео. Назвали мы их специальный показ, закрытый показ. Для наших самых преданных поклонников мы добавили функцию спонсорства у нас на страничке. Вы можете подписаться. Мы будем выкладывать туда наши пробные экспериментальные видео, которые вы будете оценивать. И уже потом мы вместе с вами будем решать, стоит ли делать эти видео для общего просмотра, для нашего общего канала. И мы будем делать это вместе с вами. Вы будете нам подсказывать, что-то советовать. В общем, эти видео будут находиться только во вкладке спонсорства. У нас два уровня. Первый – это уровень называется «Элизиум». Туда входят эти экспериментальные видео. Будет также для вас представлена функция выделения цветом вашего ника, особые смайлики и эмодзи, которые вы можете использовать в комментариях и в чатах. И еще специальные новости во вкладке «Сообщество». И эта услуга будет стоить 99 рублей. Все желающие могут подписаться. Услуга оплачивается ежемесячно. И вторая, называется она «Elysium Light». Называется она «Elysium Light». Туда входит только выделение цветом, специальный значок рядом с вами, рядом со спонсорами, и использование всяких няшных эмодзи. Вот так вот. Этот бонус стоит 49 рублей. В общем, для всех желающих могу предложить вот такую вот новую функцию у нас на канале. Подписывайтесь на главной страничке, рядом с кнопочкой «Подписаться» будет эта кнопочка спонсорства. Для всех желающих можете пройти, посмотреть, ознакомиться. Приглашаю вас. Зайка, понимаете, гавкает. Гавкает такая зайка. Я сейчас буду делать название наших динги на наш чехол. Для этого я уже сделала такие трафаретики из буквок. Вот такие вот. И я буду делать из ткани нашивку на наш чехольчик, для того, чтобы все знали, кому принадлежат эти динги. Принадлежат они Харону. У нас тут произошла маленькая неприятность. У Тузика оторвались ручки, вот эти вот основные. Носовая вообще оторвалась, вот она. И сзади, которые две ручки, до середины отошли. И мы связались с компанией, где мы покупали нашу лодку. Они сказали, привозите, гарантия не распространяется, будем ремонтировать за свой счет. Не знаю, почему так сказали. Но, в общем, сейчас мы повезем. И еще у нас прям сразу же все, я не знаю, динги наши. Всего один год. И еще у нас сломалась. Я не знаю, что с ветром будет, но, в общем, пилька эта выскочила, потому что вот здесь вот весла алюминиевые, и вот здесь вот есть такие дырки. И они разбились от вибрации, от всего, и этот предохранитель просто вылетел. И пришлось вот, в общем, вот такая вот история приключилась. Вот. Будем смотреть, что нам скажут, смогут они его отремонтировать или нет, непонятно, но все равно сейчас поедем. Может быть, хоть что-нибудь сделают. Поехали. Вот так приклеят нам обратно ручку. How we
Maybe. Well, yes, yes. 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 Good. And. Okay. Hello. Сейчас я уже почти ткань вырезала. Сейчас я покажу, как это примерно получается. И потом я буду выметывать каждую буковку и пришивать ее уже на цельную ткань, которую мы будем пришивать к нашему, к моему чехольчику. Хорош. Давайте его будут. А? Сдувают? Да. В общем, я практически уже пристрочу наши буковки. Вот. Вот так вот это будет выглядеть. Сейчас я покажу. В общем, сейчас я пристрочу сначала обычной строчкой, чтобы посмотреть вообще, насколько это будет вот так вот красиво смотреться, и потом у меня еще будет декоративная строчка по краешкам, и потом вот эту вот ткань я просто пристрочу к нашему чехлу, и будет у нас подписанный чехольчик. That's why I do the work. Zodiac? Yes, it's my special PVC glue. Professional glue. You cannot buy it because it's only professional you can buy this. Приготовили для того, чтобы клеить. Да. Буковки пристрочила. Уже занимаюсь вышивкой. Вот такие вот красивые у нас будут отстроченные буковки. Вот здесь вот я еще, правда, не доделала, но внутри буду потом вышивать. А так вот, таким специальным зигзагом для Харона, авторским, шью. So you put it a bit acetone, and after with your finger, you do that. So just take it off, the glue. And after, Да. Ну вообще, кстати, не тяжелый мотор, я думаю, тяжелее. Единственное, что я высокий, и приходится вот так вот нагибаться и ползти. С тобой, да. Болтай. Это подойдет стих.
Смотри, здесь четырехлопастной вид. Ну что, как дальше? Вступать. Туда на тачке ехать? Силой мысли, если только туда закинуть. Не, его мы сейчас возьмем вот за эту ручку, и там еще с другой стороны есть ручка, я думаю, сейчас вдвоем. Только его нужно прокинуть заранее, да? Не-не-не, сейчас мы сначала открутим. Не зафиксирован? Где не зафиксирован? Не зафиксирован. Все нормально, все четко. Мы работы не боимся. Где у вас столовая? Ставьте лайки, пишитесь. Всегда рады вас видеть. В прямом эфире. Смотри, а это причал для Хонды. Одни Хонды стоят. Да. Давай ее поворачиваем или нет? Его нужно прокинуть. Два самых здоровых мужика прут маленький моторчик. Пятнашечка всего-навсего. Стой. Ну, надо прокинуть вот так просто. Нюансы. Кто-то что-то хочет опрокинуть уже пару рюмок. Это Россия. Так, мы все понесли? Ты хочешь так, да? Давай. Здесь он что, верится? Осторожней. Легкий понтон. Живой, лодку не порежьте винтом. Так, так. Мы тут, пресса всегда рядом. Она готова помочь. Ты куда-то в воздух стреляешь. Кто вперед? Не, а там она нормально. Кто вперед? Ты вот или я? Тогда залезай вовнутрь. Нет, чуть назад нужно. Залезай вовнутрь, тебе упадам, а ты насадишь. Засаживай его. Насаживай, как говорят. Как говорят нас во Франции. Да, я его опрокину. Чуть на себя нужно. А ты здесь его как-нибудь возьми. Давай, готов? На себя чуть. Оп. Ага. Оба, опрокидывай. Все. Держи, крути вертушку. Маленький моторчик, очень удобно. Это, конечно. Мы натренировались, да, наносить. Ну, кстати, на земле гораздо удобнее это делать. Еще. На лодке нам вообще открыто. Мы Вику носим на руках, натренировались, а теперь можем легко моторчик носить такие моторы. Вика, по-моему, поменьше, чем мотор весит, нет? Ну да, вот мы, кстати. Все, гашу. Теперь три здоровых мужика. Спуск на воду. Новый, считай, динги. С заклеенными ручками. Кирилл сейчас будет заводиться. Динги с новыми ручками. Приклеены. О, мотор. Как мотор-то тихо работает, да? Да, беззвучно. Не слышно даже его. Все, сейчас пришью и будем чехол одевать. Вот наши старые весла. У нас здесь произошла какая-то поломка. У нас шпилька выскочила, и выскочил фиксатор, который держит вторую часть весла. И мы сейчас съездили в офис, где нам продавали этот тузик, и нам поменяли абсолютно на новые весла. Вот такие вот теперь у нас новые весла есть. Все здесь работает. Где эти фиксаторы? Фиксаторы там целые. Новые весла такое стоят 37 евро у них в магазине. Они нам заменили абсолютно бесплатно. Вот такой вот механик Place, который здесь на Мартинике в Лимарине работает. Молодцы, все нам починили, можно сказать. Вот эти вот штучки, которые у нас высечили, вот они вот здесь находятся. Их нужно просто закрыть чем-то, и мы даже знаем, чем. У нас есть вот такой специальный скотч, который защищает от ультрафиолета, и влага не будет попадать, и ничего, в общем, не будет здесь разъедать наш алюминий. Мы это все сейчас заклеим, и надеюсь, что эти весла прослужат нам больше, чем год. Вот эти весла прослужили нам год. Эти, надеюсь, 10 лет.
Готов наш чехольчик. Полностью восстановили мы наши динги. Приклеили нам ручки вот здесь вот. Мы отнесли в мастерскую. Гарантия на 3D-тендер здесь на Карибах не работает, поэтому гарантия была от магазина. Приклеили нам все. Мы одели чехол, поняли, что приклеили не совсем на те места. Но я думаю, что это не важно. Главное, чтобы держались. Еще я здесь обшила ручки немножко по-другому. Вот она здесь, новая строчка, ее видно. Вот нитки, которые были старые, они выгорели уже. А вот здесь вот новые. Я думаю, что так значительно лучше, красивее. Еще у нас чехольчики появились новые. Такие вот кармашки, очень удобно сюда все складывать, у нас там пассатижи на всякий случай лежат, отвертка и, в общем, всякие такие нужные вещи туда можно складывать. Еще мы носовую часть немножко преобразовали, тоже, во-первых, туда карманчик я пришила, еще у нас там появился такой бампер. В общем, привязали мы сюда кранец для того, чтобы об пирс бились мы кранцем, а не ручкой. Поэтому вот сейчас посмотрим, насколько это удобно, насколько будет защищена наша ручечка. Вот. Что еще я могу сказать про наш динги? Вообще 3D-тендер и PVC-материал. В общем, я немножко разочарована, потому что прошел год, и уже мы видим такие нехорошие изменения в лодке и в самом материале. Поэтому, если все-таки оценивать 3D-тендер из PVC, то я не советую вам брать такой вариант. Во-первых, я думаю, что гипалон будет значительно лучше. Вот он, кстати, похож на баллон. Он более качественный, он защищает от ультрафиолета. И вообще, что касается 3D-тендера, почему-то нет гарантии на Карибах. Тоже немножко такой вопрос. И, кстати, забыла еще сказать, нам же весла поменяли. Тоже гарантии не было. И сам магазин поменял нам весла, сделал нам вот такой вот подарок. Так они стоят по 40 евро. И вот эта вот часть, которая у нас вот с этой стороны видно. Вот здесь такие шпильки, которые фиксируют весло. Оно состоит из нескольких частей. Мы их сейчас заклеили скотчем, чтобы не было никаких дополнительных разрушений. Надеюсь, что продержится дольше. Так что вот, вот так вот. Ну все, мы приехали в магазин, да? Приезжайте к нам в гости на вкусненькие блинчики. Я сегодня готовила вкусные блинчики. И еще у нас сезон арбузиков на мартинике. Очень вкусные, очень сладкие. Приезжайте к нам в гости. Будет очень сладко. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комменты, подписывайтесь на нас в Инстаграме, в Фейсбуке. Приятного аппетита! Сладких вам арбузов побольше.